Лондоне прошла международная конференция, посвященная украинским реформам. О достижениях и планах рассказал глава правительства Владимир Гройсман. Зарубежные партнеры одобрили начатые преобразования и пообещали поддержать их, хотя звучали и критические нотки. В Украине стартовали масштабные реформы. Менять надо многое и одновременно. Откладывать на потом времени нет, заявил в Лондоне глава украинского правительства Владимир Гройсман. Уже дают результаты дерегуляция, модернизация налоговой системы и децентрализация. В процессе судебная реформа. В стране формируется новый Верховный суд. Идет жесткая война с коррупцией. Мы полностью сформировали, на мой взгляд, очень системные антикоррупционные законодательства. Мы создали полную и независимую антикоррупционную инфраструктуру в Украине. Сегодня в нашей стране начата тотальная борьба с коррупцией. Я глубоко уверен, что мы ее искореним. Еще 5 реформ на низком старте, премьер отметил. Уже в парламенте законопроекты о преобразовании пенсионной системы, здравоохранения и образования. Найден оптимальный формат земельной реформы. Также Гройсман пообещал очередной этап масштабной приватизации. В Украине сегодня 3500 госпредприятий. Эффективно ими управлять государство не может. Поэтому единственный путь – это приватизация. Украину ожидает масштабная приватизация. В управление госкомпаниями, имеющими стратегическое значение для государства, мы будем внедрять корпоративные принципы. Европейским партнерам нужна сильная Украина, поэтому поддерживают реформы в нашей стране всецело. Критикуют за медлительность и нерешительность в продвижении некоторых. Украина должна оправдать ожидания своих граждан. Для этого правительству необходимо активнее продвигать начатые реформы, которые укрепят страну. Успешными в Украине являются преобразования в банковском секторе и внедрение обязательной декларации доходов чиновников. Такого нет даже у нас. Впрочем, некоторые реформы надо проводить быстрее и решительнее. Это касается антикоррупционных судов и реформирования избирательной системы. Отдельные реформы даются Украине нелегко из-за российской агрессии, единодушны участники конференции. Ведь на защиту от оккупанта Украина отвлекает огромные финансовые и человеческие ресурсы. Страна несет колоссальные потери, защищая в том числе европейские ценности. Мы заинтересованы в успехе Украины. И не только из-за экономического потенциала этой страны. А еще и потому, что страна сейчас находится на передовой, отстаивая свои позиции в противостоянии с Россией, отстаивая ценности, в которые мы все верим и которые Великобритания хочет сберечь. С позиции Лондона согласны и другие европейские страны. На конференции представитель Еврокомиссии заверил, что ЕС продолжит финансирование проектов, которые помогают Украине развиваться. ЕС поддержала усилия Украины в продвижении реформ. В текущем году Европейская комиссия примет решение о финансировании новых программ на сумму 200 миллионов евро в грантах. ЕС расширила финансирование проектов макроэкономической стабилизации в размере 3,4 миллиарда евро, из которых 2,8 миллиарда евро уже выделены. Намерены продолжать сотрудничество с Украиной ведущие европейские финансовые учреждения ЕБРР, Европейский инвестиционный и Всемирный банки. Оксана Опрышко, UATV.